Посмотрите. Я поняла, бабуля, что вы видите, сделала. какая красотища. Бабуля тут им косы плетет. Ты сказала, вот это поправишь. Иди встань, встань. На балкончик пойдем. Тут у бабули стирка не заканчивается. Смотри, поверни сейчас. Поздоровайся с моими зрителями. Всем привет. Мари блогер на связи. Вам нравится? Бабуля не заканчивается, делишки. Мари, принеси этот. Сейчас буду кормить их борщом. Встала с полвосьмого сегодня, проснулась. Столько дел передела, мои дорогие друзья. Это чудесно. Сейчас будем ногти... Сейчас кушать будем, потом будем ногти стричь и тому подобное. Вот видите, какая капризная девочка. Ногти ее любимые. А маникюр красить? А маникюр хочу. Ага. На длинные грязные ногти? Не надо. А, я хочу длинные ногти. Иди тогда быстро. Отнеси это на кухню, там стирка. Одна девочка в 11 лет сделала такие огромные ногти. 2 сантиметра, а 3. Угу. Так Мари читает. Покушали борщи, конфеточки. Бабуля тоже себе кофе сварила. Кстати, уставшая бабуля. Вечером планирую приготовить им пиццу. Так обрадовались. Какая красивая прическа у тебя. Ты как принцесса на свадьбу. Сегодня, кстати, свадьба у кого-то. У кого? Видите, какая красивая у меня девочка. Ирмочке тоже прическа. А ну покажи, Ирмочка, свою прическу. Сейчас Сашкин их на улицу возьмет, а у меня по бизнесу дела. Давай поворачивайся. Вот так, все, садись. Браво! Мои девочки, искупала бабуля их. Ой, бабуля, бабуля. Бабуля. Вы знаете, говорите, что мама, пускай папа смотрит. Ну и бабулям тоже уже надо посмотреть. Неужели у вас в детстве не было такого, когда вас бабушка ждала в гости? И как вы летели туда с удовольствием, а? Ну как вы не понимаете? Мама, папа, они смотрят, проблем нету. По телефону все время общаются и все. Но они же дети, хотят уехать в другую страну, в другой город, в другой дом. Как и я всегда хотела и мечтала всегда о бабушке, о сестре, о братике. Даже когда приходила со школы, мама моя через день работала. И в этот день так неохота было идти. И приходила дома холодно, пока плитку включила, тогда же еще или отопление там у нас было, не помню какое. Центральное было отопление. Ну, кушать неохота было, все разогревать. С одной неохота было делать. И знаете, что я делала? Знаете, что я делала, помню? Я кукол садила рядом с собой, как будто это мои братик и сестры, и кушала так. Так хотелось, да, иметь братика и сестричку. А еще очень любила ходить в гости, где бабушка и дедушка есть. И вот мы когда приехали, у меня была подружка Ирина, она сейчас уже давно она умерла. Иди там. Давно она уже умерла, еще помню, как только мы школу закончили. И царство небесное, Ирочка, Ирочка Тейф. И у нее бабушка была, и когда мы приходили со школы, она такие вкусняшки нам давала, даже какой был суп вкусный, какое все. Я не хотела уходить, до вечера сидела, пока... А вон Деми. Деми, почему ты здесь? Я тебе сказала на ушко, сейчас останешься по-другому все. Я не выключаю. Вот такие вот дела, мои дорогие. Все-таки я все время мечтала о бабушке. Поэтому я счастлива, что я такая бабушка. Вот могу своих внуков пригласить домой к себе. И вот. Сейчас их Андрей заберет. А я буду работать. Да, у кого-то аллергия на мое это слово. Ну, пожалуйста, занимайтесь своей работой, если не хотите иметь такую работу, как я. Конечно, я... Атаковали меня мои внучечки. Потому как будто любят бабулю. Как будто любят. Я не как будто. Я не просто... любишь бабулю. Я люблю. А почему бабулю не слушаете? Бабуля все время говорит, читайте, читайте, убирайте, убирайте.
не говорит вам: играйте, беситесь, орите, кричите, да? Да, ты говоришь. Говорю, кричите, орите, беситесь. Нет, беситесь, нет, играйтесь. Вот так нам весело. Подождите, приду. Такое счастье, я так мечтала об этих моментах, минутах, когда мне мои девочки обнимут, поцелуют. Вот эти мне очень, это листва понравились, стыльками. Вот эти я вот огромные. Я сегодня буду бабуле волосы делать. Не надо мне делать волосы. Она и так красивая. Они у тебя зато. А я расческой не пользуюсь, я вот так беру. Кстати, надо, кто-то попросил меня показать, как я делаю укладку. Я ничего не делаю, я вот так просто беру. И все, волосы расчесаны. А что у тебя волосы, как у мальчика? У мальчика? Ну вот. Нет. Потому что бабуля уже не молодая, а бабуля уже 51 год. Это молодая. И мне же не будут бабуля косички заплетать, сейчас так жарко. А когда ты маленькая была, как ты волосы делала? У меня были вот такие длинные волосы, бабуля Катя мне так не разрешала отрезать. Я до 18 лет с такой косой ходила ниже пояса. Мне бабуля даже это не разрешала мне каре сделать, но я когда в Турцию пошла, сделала. И вот у меня бабушки. А сейчас посмотри, какие красивые волосики. А теперь у меня уже выросли волосы. Выросли. Вот и Ирмочка блогер уже стала. Все. Бога. Всех готовим, готовим всей семьей. Всем привет. Вот мы со своей семьей делаем пиццу. Это убери, пожалуйста, отсюда в прихожую. Бегом. Все надо помазать. Не мешай, Медведь читает. Одна пицца в духовке. Сейчас у меня, знаете, что я решила приготовить? Смотрите, какая красотища. Так, можем посмотреть с вами. Шкин как раз пришел, если бы вы меня видели, как ошпаренный петух. С одной стороны помидоры, с другой это. Ох, ох, ох. А сейчас я хочу приготовить эту пиццу с начинкой семизоты. Как бюрек выйдет, да? Чуть-чуть майонез сделали. Помазать так. Так. Смотрите. Эту начинку всю. Распределю ее. Вот. Сейчас закреплю вот эти кончики, да, красиво. И все. Я с удовольствием вот эту поем, чем с колбасой. Дети любят колбасой, а я поем с удовольствием эту пиццу. Девочки там с ума сходят. Были на улице и не наиграются. А здесь у меня записывается вебинар Олег Ульяновна, чтоб лидер 15 уровня. А, так как у меня нет возможности сейчас присутствовать на прямом эфире, то я делаю запись. И вы можете посмотреть на моем другом бизнес-канале Светлана Атагигос. На этом канале есть все видеопрезентации английскими буквами и ГОС с большими, все пишется. Вот, записывается у меня. Я потом посмотрю, как только накормлю своих внуков и себя. Так, вот у меня убренько, все чистенько. Хотела балконы сегодня помыть, но, к сожалению, не получилось. Ничего. Друзья мои, пицца почти готова. Сейчас только низ пропечется, да? И вот, что я приготовила. Семизоты, портулак по-русски. Я очень хочу его. Я люблю овощи, вы сами знаете. Скоро будем кушать. Господи, тишина в доме. Мои дети кушают пиццу. Пепперони. Пепперони, аж не верится. Пепперони с сыром.
Пепперони всегда с сыром. Да, пепперони с сыром. Вот я им порезала. Так, надо накрыть. А где полотенце? Накрыть хочу. Полотенце там было, Ирмочка, на полу. Где оно? Вот оно. А, дайте мне тогда. А здесь что у нас? Семизотый пирог. А что ему уснул? Какая вкуснятина. Сейчас сделаю температуру побольше. Потому что, чтобы быстрее готовилась. Баба знаешь, что это когда я на ганку он еще покрутится. Это сила это заканчивалась, и это слабовато было, и это крутилось. Когда я играла, он на меня вот так взял, что я упал. И я хотел мяч убрать, она сама побежала. Я хотела взять мяч, а он не бегал. Все, идите, сейчас мы покушаем. Зато это была пластмассовая. Не было. Ой, воскресный вечер. Наконец-то Светлана вышла с детьми на улицу. Так давно я не была на улице после того, как мы вернулись в больницу. Вот так мы проводим время. Весь день сегодня я провела возле компьютера. Ну и параллельно и кормила, готовила. Так хорошо, друзья мои, пришли мы. Все играют, парк переполнен. Посмотрите на мою внучечку. На внучечку. А ну, Ирма, давай, хады, Ирма. Она не хочет играть. Бежит Ирма. Мои вопросы. Ирма сейчас покажет. Ирма, что в себе надо будет? Наш дом. Аба, браво! Я как королева сижу, видите? Отдыхаю. Ой, я не могу такое удовольствие получать от них. Уста ашки. Посмотрите на нее, как приготовилась. Опа! Как она радуется. Сейчас их купать обратно. Одно и то же каждый вечер. Меня попали. Молодец, Маруся. Ура, браво. Верона. А вы что думаете? Я не научилась так долго. Ирма, отойди, пожалуйста, сейчас тебя уже. Сейчас по голове, да. А что ты ее одета? Как ему понравилось. Впечатления таких огромных не получили, как ты ожидали. Какую красоту я сейчас.
Счастливый, я тоже.